Доброе утро! Сколько там нужно объятий в день минимум, чтобы быть самым счастливым? Правильно, 8. Но сегодня их у нас будет намного больше. Мы продолжаем нашу добрую традицию и повышаем обнимаемость минчан. Можно погреться и понюхать. Сейчас заобнимаюсь. Нельзя? Нельзя. Вообще ни с кем, ни с одним. Они меня ждут. Они меня ждут. Они. Пойдем тихонечко. Хорошо. Когда меня обнимут, мне прям так хорошо, я чувствую, что я кому-то нужна. Сколько раз вам уже сегодня в день было хорошо? Душой обнимаемся. Душой обнимаетесь? Я свою дарю вам. Вот это уже моя тема. Влюбленный и смущенный пред тобой. Это передание тепла друг другу человеку. Тепла? А сегодня так морозно. Значит, это побольше обниматься еще. Конечно, это не Давайте. Оп. Давайте обнимемся. Одно объятие. Вы станете счастливее. Как с ними обняться? Мне дают добро, и я отдаю добро. Давайте подарим добро. Что еще я могу сделать? Ты уже все сделала, камеру замочила. Да? Да. Нет. И со мной даже не обниметесь? Нет, спасибо. А я Куин, королева. Ты мне не снишься, я тебе тоже. И ничего мы сделать не можем. С кем? Ну, с девушками, ну, не с мальчиками же. Так, ладно. А как вы умеете танцевать? Вы как меня танцуете? Раз и два. Да. Еще осталось минимум 6. Уже 5. Вот так. Да, иногда просто люди должны без меня обниматься. Иногда со мной, иногда без меня, понимаешь, да? Здравствуйте. Подскажите, как вы любите? Ура! Что я вам не мешаю? Спасибо большое! 80-летние старики! Ты видишь эту улыбку? Тебя надо тоже обнять. Пойдем, мы тебя тоже обнимем. С кем чаще всего обнимаешься? С пацанами. Обнимай оператора. Ух ты! А ваша жена заревнует, если вы со мной обниметесь? Нет, никогда. Ну тогда давайте. Теща обнимает. Обнимайте тещу. Каждый день. Объятия без поцелуя невозможно, это лицемерие. Ух ты! Ну, круто. Целоваться я еще не готова. Да, еще как. Еще как? А да, как? Вот так. С кем обнимаетесь? С красивыми девушками. Внуч, со мной, внуч, что ли? Внуч. Тебе тоже хочется обнимашек. Хорошо обнимаетесь. Просто... Да? О. На этом моя смена окончена. Друзья, не забывайте, минимум 8 раз в день. И будете самыми счастливыми. До встречи на улицах Минска. До свидания!